Добро пожаловать, герои! Вы услышали... Так, вот, короче, смотри, первый танчик БДК. Ты кидаешь, когда после трех стаков боб на нем. Он скидывает стаки. Инсекьюрит, сало. Кто ролит не на тот спех, которому он найдет, пишите об этом в РК. Горн, дай ДК. Митриас, наверное, первый. Я первый. Он, Олег, первый. На первом стаке отдашь. Крой вампира, на втором языке, на третьем себя забираю. Убери его из рейда, он сало кидает. Из огня лог выйдет. Выведи его из рейда, Олег. Из огня выходим. Выведи, выведи. Дмитриус, готовься забирать. Рано, но ладно. Кинь боб по Олегу, хоть стаки скинет. Да я бы... Ладно. Отдай кровь. На втором отдай низык. Низык отдай. Войн, готовься забирать. Войн, забирай. Сразу бы за на... Игрушка, кинь боб по Дмитриусу. Хоть стаки скинет. Паралайз с Вейдом справа, Митриус слева. Геро. Играю вправо, чай. РДД наберите ренджу. Чтобы плюнул, вас всех не заблевал. Войд забирали в рейндж-зоне. Сейчас внимательно смотрим, что сможет плюнуть. Сейчас будет лужа от виндяж. 2 секунды. Вот выводи. Так мог и не забирать. Он бы дотанчил. Так, Войд массакру по команде дашь. На полу на Олега. Паладина молодцы. Оставили, идет. Маг, знаешь, да, если тебя выбирают цели, ты блинкаешься. Войд, готовься массакру давать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Поле. Кто умер, тот Джейми. Сильное на полы сейчас отдаем на Олега. Влад, у тебя с массакрой, нет? Или с мастер мавок? Вон. Сейчас откинем, готовимся.
Consecured. Ну, почти. Почти ДБ. Все чудовища повержены. Забирайся. Поднимите престол, сразу запускаю. У вас минуты на бафы, на хавку, на все прочее. Забирайся. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Таура Курейби. Да. Че ты не рубишь вещи? Так это танковская, я вроде не собирался танка делать. Вот по гере походишь танка. Одна минута у вас на баф. А вчера рыцарь лежит, она нужна кому-то? Не надо она. Ну, я сейчас кузнеца качаю, думаю покрафтить себе хоть шмотки. Запись крафтить. Это что-то стоит. Дмитриус, есть ДБ? Дмитриус, на этого босса можно ДБ. Войд и паралайз станки. Присты не забываем диспелить. Маг тоже крадешь стаки. Я могу наручи сделать. ДД. Ранжеры, соситесь между собой, семена. Да, арповые. Цепная молния вас не убила. Перед боссом много мест. Ну, уже завтра, давай. Хорошо. 10 секунд до пол. На пол на Олега. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем. Между Альпичем и Паралайзом столько места свободно. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Спепеление у Хелевы. Готовимся играть во врата. Во врата Бьорна у Хелевы. Верка меня. Альпичи Ухелева. Опа, это он меня сбивает. Кас никто кроме БДК не сбивает. Либо ваншот прилетит на стак. Нет. Баш. Бьёрн. Бефа Ухелева. Сыграли. Вулкан стаки крадем, диспелим. Вивали идем на хп. Фокс Пайн, надеюсь, вынес. Развел правильно. Массакр войн, дай пока. Пока не уешь. Потом собери и приведи в Мерезон. Давай, Мерезон. Вон рва Миген. Активно диспелим. Еще стак. Игрушка выхиливает. Босса. Решение. Явно мишка игрушка, не так. Макокер. Ансокер. Инсекьюрит. Только на хила может. Тех, кто сейчас еще. Подлые собаки Альянса,
Вы выпустили повелителя демонов. Спасибо. А, ему за фул, наверное, Пинскири писал, что ролик на хил. Накинь ее еще сколько там? 170. Чернокнижник заигрался и поплатился за... Финиш. Турнир продолжается. Толерант, летай печеньку Альпичу и Оливерке. Ты все раздал? Выпускаю. В следующем бою вы... Дмитриус в танка. Ты еще можешь в танк. Там, наверное, конский рт повыше. Не? Да, не больше. На честь Альянса. Они нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион. Кто еще может в танк? Мы бросаем... Ладно, Джерин, что дадим самого слабого из них? Ну ладно, я двоих подержу. Сражайтесь во славу Альянса. Там главное 4 танка. 4 милика. Того, что ждет нас в будущем. За Орду! Шаман хил. Вилан хил. Значит, Шаку войд. О, нет, твой декам будет войд. Мы можем найти декам. Так. Мой твоя звездочка. Дмитрий, твой Шакул. Олег, твоя рога. Три милика вроде. Да-да-да. Тант. Ханта может рога поддержать, допустим, лень. Дает ему по КД стан, дизларм и блайнд. Лок. 4 эфира, 3 изгнания по полену. Первым играем блока в череп. Дальше будет видно. Чек на баф на готовность. Дашки. Все готовы. Танки начинают. Играем череп. Если трэш приходит к нам, мы его херим. Присты ферниц. Маш диспел. Рома, просто мы дисплеем. По цели и рейд. Может не хилит ничего. Где отсюда чернокнижник, да? На звезде. Я вроде лоб сказал банить эфирить друида. Играем Бриену, ШП. Рядом, звездочка. Зачем эти комментарии здесь? Ну а чё? Ну это все бессмысленно. Или заберите из рейна. Или хорошо. Он не хочет это самое. Короче, так, забери рога. Ну я не могу разобрать, он там херню какую-то прожал. Тогда в рогу играем, в ромби. Дизайром первый дали. Я дал второй, он нам дальше. Мобы пришли в рейд фирими. Надо хила уже слить, это слишком много хода. Потом будем играть в полену. Второй убежал. Мон гражданичка. Ладно, шамана будем играть. Дружок. После рога. Прыжок. Олег, ты все равно сейчас ничем не занят. Давай ты будешь к нам притягивать в рейд тех, кому будем сверлить, которые убегают от нас. Да, держу. Играем этот друида в полено звездочку.
Беги, малышка, беги! Потом хантам будем играть. Прыжок потом. Потом будем играть в Холли Палмер, Зоночка. После Холли Палмер будем играть в Мага, который в рейне. Под Фридомом не тянется. Бабл. Бабл. Играю в кружок. Подводи Шакулу потихоньку, РДД от него отходить. На максимальный рейнджу. Глыбу. Must dispel глыбу. Тирия потихоньку подводи. Ой. Ой. Чего тебе надо? Видишь, он меня притягивает. Че? Я же сказал, под Фридом он не притягивает. Блять, какой Фридом? Лайн свободы. Причем здесь лайн свободы? Это же не замедляющий скилл. Мак, ну ты пустая, не знаю. Кроме выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Ну, Ливерка не ролит. Передай Ливерке, там сотка. Забафайте павших, ману отпивай. Так, значит, Олег справа, Митриус и Войт слева. Рыбу ешь? Ешь там. Я тут прожму. Запускаем. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание... Митриус, вы, да, берут белым. Джерин, ты зачем взял? Все готовы, Олег, начинай. ДПСа должно хватить без нервов. Да. Ну если Трис я жив, конечно, еще. Ой, да, хилим. Шамана, держите танк.
Все остальное за вас делает лицо. Спецспособность 5 секунд. Смотрим, смена. Щит пробиваем. Больше ДПС. Консекьюри, подними Фьера. Наверное, пока хватит. Спецспособность 5 секунд, ближе к порталу, но не в портал, не во фрейм. Смотрим, смена. Берем темный, пробиваем честно дело. Хилим танк. Каст. Блин, не показалось, кто сбил. В рекаунте в прерываниях можешь посмотреть. Да, у меня нет рекаунта. Спецспособность 5 секунд. Внимательно, ближе к порталу. Далеко стоит. Смена опять. Жить не везет. Вуди и игрушка вторая захилить. Я вам добавить еще. Сколько у нас хилов, не понял? Четверо. Четверо нормально, да. Разве Митрия с вами? Да. Дай его мне. Да, 92. Да-да-да. Влад, Винка, не обсор. Пусть Рома порадует. Что-то я ноги просил на ханта. Дай трейд, я отдам. Набери. Кира, тебе что надо? Нет, ничего. Вот ты чисто ДЦшный босс. Ты постоянно где-то в который ты обсорбишь. Так. Олег, ты у нас эльф, поэтому ты свой дом будешь на трэше. Митриос на боссе. Будем наполивать на Митриос. Роги ханты. Так, чаще. Природа, природу. Бусинка поставь, аура защиты природы. Так, хламурва и, наверное, лень. Я знаю, у тебя есть третий даггер. Но Маша... урез хила. Будут принадлежать мне. Зачем если два хита? Ты бьешь первую фазу, грубо говоря, с обычными герами, а потом просто один меняешь на добивание. Два хента же есть. Кем ханты убивают этот хил? Способности. Там в ротации прицельный выстрел. Бьерн, чего не хватает? Бьерн. Ману отбиваем. Дашкин не надо уже. Так, на полный Митриос еще раз чек. Олег, свой дом, надеюсь, поделили сторону. Так, все готовы? Начинай. Это место станет могилой. Консекьюрит, попробую этот звездопадом сбить этот.
единой сферы. Но после того, как придут первых жуков. Ближе. Кливаем активно жуков. Жуков активно. Больше воронов жуков. БДК, поверни к нам это, чтобы он жопу смотрел вас. Трэш активнее, он вырвался. Он 5 жуков. Еще демона нет? Нет. Есть. Бафа нет. Почему бафа нет? Не знаю. Забыл это вызвать, запустить его. Да. Смотрим игрока. Это таки нет. Он зовет. Так, что у вас по мане? Еларан, дай гимн на ману. Будет это. Играем в Ануба. Этот трэш еще играем. Вводим. Скоробей зря вот. Кинули в корни. Трэш активно, трэш нужен залить. Разбиваем. Все, 39, уже трэш сюда не ведем. Танки на фул рейд на 20. Рома, фуловых не считай. Дай людям просесть, потом только. Людей с синим дебафом хилим. Геро. Далее. Маг, можешь себя глыбы снять, дебаф синим. Или прожать защиту там, да. Пороги плащом снимаю. Паладин и бабла. Рома себя не уронил. Лень плащ. Сто тысяч набиваем. Сейчас только сбить. Тринг. Людей с дебафами хилим. Это не твой мос. Обсормить. Ну, пожалуйста, Лев. Это надо кому-то, да? Тебя? Да, мне. На ИП перезаходите, кому не нужно. Вот.
Гильдия ролит на другого человека запрещена. Что это писали? Нет, да просто догадываюсь. Вот эта тринь, она лучше, например, чем часы. Смотря на кого. Если у тебя прямое заклинание много, у тебя прямое заклинание, это только взрыв. По идее, эти триньки берутся на Элему и на Сову. До Чешки и на этот... Там. А, тебя нет, я не могу передать. Все, все перезашли. А мне и ПГП не включен. Лектор включен? Я на часы. Спасибо всем за рейдовый день на свадьбе. Ну чё там? Анимал жаст на НП. Так она была ливной. Я ливаю. И принимай. А у нас же ИП не получал разу.